Сегодня в Белгороде большая премьера. В прокат выходит фильм «Территория». Это экранизация одноименной повести Олега Куваева, культовой книги советских геологов, как фильм «Офицеры для военных». И это будет однозначным испытанием для исполнителей. Насколько они соответствуют тому образу, что сложился у почитателей книги? И насколько они сумели передать в фильме дух той эпохи? Эпохи, в которой трудиться до седьмого пота почитали за честь, мечтали открыть месторождение и оставить свой след на карте. Когда не считали, что без выходных работают только наивные неудачники. Или же фильм стал просто приключенческой историей про фанатиков-авантюристов. Это и есть интрига для старшего поколения. Младшие точно увидят потрясающую операторскую работу, все положенные голливудские спецэффекты и раскрученных актеров. Лишь бы второе не задавило первое. А зрительские оценки с премьерного показа собрала съемочная группа «Мира Белогорья». Очень понравилось. Живописная природа, красиво. Смотреть было приятно. Качество вот съемки, смотришь, такое ощущение, что правда в тех местах побывал. Мы даже вот только сегодня увидели рекламу по телевизору, даже, судя по рекламе, захотелось посмотреть. Что-то необычное, новое. Интересна сама природа, само время, которое там было. Мы тоже родились в Советском Союзе, поэтому... Интересно, сам сюжет. Смотри, этот фильм, вспоминаются строки классика. Я знаю, город будет, я знаю, сад, вот весь, когда такие люди в стране советской есть. Неимоверная гордость за свою страну. Вот. Плюс замечательные, красивые съемки.